12:00 в Москве. Меня зовут Оксана Кочкина. Давайте вместе проведем этот час. Начну с Приморья. Там вода ушла из почти 300 жилых домов, и произошло это всего за сутки. Также в крае восстановили энергоснабжение в двух пострадавших от паводка районах. Специалисты перетянули провода, которые были оборваны, восстановили поврежденные пролеты линии электропередачи, расчистили их от веток, от деревьев. Вертолетами МЧС эвакуировали более 100 человек. Больше половины из них – это дети. Также организовали лодочные переправы. Они уже помогли вывести несколько тысяч человек и сотню автомобилей еще плюс ко всему. Я напомню, правительство выделило почти 720 миллионов рублей. Эти деньги направили на то, чтобы ликвидировать последствия тайфуна. Он называется «Леон Рок». Из-за него без жилья остались почти 1000 человек. Они будут находиться в пунктах временного размещения на протяжении года. Столько времени необходимо, чтобы завершить восстановительные работы. Однако метеорологи уверены, это еще не все. Специалисты пророчат новую волну паводка, а китайские эксперты, которые уже связались с нашим МЧС, говорят, что октябрь будет очень неспокойным. В этом месяце ожидается как минимум 4 тайфуна.